Вас приветствует Алена Ариес. Сегодняшнее гадание обязательно сбудется. Это очень точное предсказание на ближайшие 3 дня. Первый день, девочки, вас ждет либо какая-то подработка, что-то дополнительно, какие-то деньги еще дополнительно вы можете заработать в первый ближайший день с момента просмотра. Вот. Либо может быть обман. Да, со стороны вот этой женщины, женщина, у которой рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активная, целеустремленная, жизнерадостная, сильная, возможно, при должности. Так что будьте аккуратны и внимательны. Второй день, девочки, второй день я вижу у вас либо поездку, либо начало какого-то дела, но это может быть любого дела. Кто-то из вас, может быть, начнет новую работу, да, какое-то свое дело. Может быть, подработку начнете, или, ну, то есть любое дело, а может быть, генеральную уборку или ремонт. То есть начало любого дела. Да, еще на второй день, возможно, знакомство и начало романа. Ну и третий день, девочки, у вас либо праздник, торжество, любое, может быть, как ваше, так и кого-то из ваших родных и близких. Возможно, вас куда-то пригласят на какой-то праздник или торжество, встреча с родственниками, с близкими вам людьми. А также, возможно, да, встреча с мужчиной, либо предложение от него.